Добрый день, дорогие друзья, с вами Рома Ви, рад вас снова видеть на канале Южный Маяк. Сегодня у нас будет обзор одного из самых любопытных по компоновке катеров. Это катер Mary Fisher 895 версии Marlin для рыбалки французской верфи Жено. Для начала давайте разберемся, чем же отличается версия для рыбалки Marlin от обычной круизной версии катера. Дело в том, что круизная версия катера 895-го Mary Fisher имеет большую палубу в районе носа, под которой классическим образом располагается носовая каюта. А в версии Marlin палуба заменена на носовой кокпит. Но дело в том, что по-прежнему носовая каюта имеется в наличии в данном катере. Как же это произошло? А произошло это следующим образом. У нас за счет кокпита смещается уровень потолка в носовой каюте. И французским инженерам удалось совместить наличие в районе носа как каюты, так и кокпита. Длительное время данная конструкция являлась взаимоисключающей. Но тем не менее, катер существует, и на выставках вы можете ознакомиться с данной любопытной конструкцией. Только обратите внимание на то, что не всем подходит наличие антресоли в районе каюты. Однако данная антресоль имеет два световых люка, которые улучшают инсоляцию, и в принципе, если данную каюту использовать в качестве спального места, как в большинстве случаев в круизерах используется данное место, то вы ощутите комфорт и наиболее расширенное обитаемое пространство со стороны открытого носового кокпита. Обратим внимание на то, что центральная рубка, совмещающая в себе салон и рулевой пост, имеет с правой стороны широкую дверь. С одной стороны это удобно при швартовке, с другой стороны у нас появляется еще один выход, и зона обитаемости приобретает дополнительный функционал.
То есть вы можете заходить в саму рубку, готовить пищу, выходить как через боковую дверь, так сразу же выходить к кормовому кокпиту, тем самым не нарушая поток циркулирования пассажиров на данном судне. И еще нюанс, на который мало кто обращает внимание, но это является действительно полезным элементом, это бортовая дверца. Благодаря данной дверце вы сможете швартовать данную лодку по правому борту, то есть starboard side, как более габаритные суда. То есть у вас будет выбор либо лагом со стороны правого борта, либо кормой, как и большинство круизеров. Относительно рубки, также следует отметить, панорамное остекление вкупе с дверью-слайдером придает объем, в то же время создает единое пространство, совмещенное с кормовым кокпитом и основным салоном. Если пройти к каютам, мы увидим, что помещение включает в себя как носовую каюту, так и гостевую. И все эти каюты, включая гальюн, имеют свои двери. Соответственно, зона обитаемости разграничена и отделима друг от друга, что придает намного больше уюта, чем в лодках, в которых только отделен гальюн. По техническим характеристикам, помимо стандартных опций, которые присутствуют в большинстве судов данного типа, я хочу отметить следующее. Во-первых, это спарка. У нас имеется два мотора и, соответственно, опция установки в рулевом посту машинки для дифференцированного управления данными моторами при нахождении в марине в период швартовки. Соответственно, отклоняя левый и правый рычаг, вы управляете не штурвалом, а именно дроссельными заслонками данных двигателей, что позволяет вам намного комфортнее разворачиваться и делать более крутые виражи, так необходимые в марине. Также имеется возможность установки системы Bow Thruster, позволяющей маневрировать лагом влево или вправо. И еще один нюанс, на который следует обратить внимание, это ширина данной лодки. 2 метра 99 сантиметров. Благодаря данным габаритам судно приобретает мореходные качества и ведет себя более устойчиво на морской волне. В то же время вам придется согласовывать маршрут при перевозке данной лодки, так как это является негабаритным грузом, выходящим за рамки разрешенного технического регламента. Но это по-прежнему лодка, транспортируемая по дорогам общего пользования только при предварительном согласовании с органами госавтоинспекции. В завершение хочу отметить следующее, что данный катер Mary Fisher 895 версии Marlin является несомненно мореходным. Вы сможете порядка 2-3 суток без необходимости захода в марину совершать свои круизы, в том числе по открытым морским акваториям. В соответствии с сертификацией CE данное судно имеет два класса. Это C без ограничений при наличии 10 человек на данной лодке и B, то есть морские акватории доступны при наличии не более 6 пассажиров на судне. Соответственно, с компанией около 6 человек вы сможете совершить круизы порядка 2-3 дней подряд без необходимости захода в марину для пополнения припасов, выходить в открытые морские акватории и получить незабываемые ощущения от большого открытого пространства, обеспечиваемого носовым кокпитом, по сравнению с обычными классическими круизерами класса Weekender. С вами был Рома Ви. Счастья, удачи и любви. Продолжение следует.